Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, которые выставляются в здании главного штаба «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. Женская фигура. Андре Фавори. Холст масла, размер 72×49. Написано около 1924 года. Французский живописец и график Андре Фавори учился в Академии Жулиана, где познакомился и подружился с Андре Лотом, Альбертом Глёзом, Мари Лорансен, Роже де ла Френе и Жаном Мецинже. Начал выставляться с 1913 года, но его успешную карьеру прервала Первая мировая война. Фавори был мобилизован и вернулся к живописи только в 1919. На него огромное впечатление производит картины Рубенса. Он начинает писать в более свободном стиле. Основными сюжетами его картин становится женское ню на природе и в интерьере, а также чувственные женские портреты. Он регулярно выставляется в Париже и Брюсселе, в салоне независимых художников, в салоне Тюильри и осеннем салоне. Его картины приобретаются музеями Парижа, Брюсселя, Гренобля, Гавра, Осло и Стокгольма. В 1927 году картина «Женская фигура» поступает в Государственный Эрмитаж. В этом же году художник попадает в автомобильную катастрофу, у него развивается паралич, и он лишается возможности работать. Спустя 10 лет Андре Фавори скончался в возрасте 49 лет. Ну вот, давайте посмотрим на работу. Работа называется «Женская фигура», автор Андре Фавори. Холст масла 72×49 находится в здании главного штаба «Эрмитаж» Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.